Потому что инфляция. Ага. А инфляция почему тогда? Ну, власти плохо справляются. Пенсию уже увеличили нам. Вот тогда и цену увеличить. Пенсию увеличили, да. Намного увеличили-то. А ну, они каждый год прибавляют 1000 рублей. Отсутствие конкуренции. Раз. Общая инфляция в связи с тем, что само, ну, с ценами на энергоносители связано. Это давнее. Ну, вообще в нормальном обществе цены растут и растут, да? А у нас это вызывает негатив. Это в любом обществе вызывает негатив. Да. Потому что цены быстрее растут, чем зарплата. Мне кажется, это все связано все с этой эпидемиологической обстановкой. Коронавирус. Коронавирус, да. А вам как, по карману бьет или, в принципе, фоном проходит все это? Ну, я, если честно, не трачусь особо сильно. Я умею экономить. Ну, наверное, тоже людям невыгодно торговать-то за даром-то нам. Тоже, наверное, хотят это, чтобы себе-то иметь. Наверное, оборот это тоже не будет, если будут за даром продавать нам. Проблема с экономикой – это единственное, что я могу сказать. У нас неправильно высчитывается инфляция, несмотря на то, что у нас показывается 1% инфляции за год. На самом деле, реально он совершенно другой. Цены поднимают, зарплаты особо не растут. Людям приходится выживать. Что еще тут можно сказать? За границей мы продаем же хлеб. Подаем за границей. А почему хлеб еще здесь не очень дешевый? Значит, что-то в руководстве не так.